Всем привет! Сегодня хочу поделиться своей новой работой, которую я недавно закончила. Картина под названием «Маяк». Я ее рисовала в не самые простые времена для себя. И под впечатлением книги Тувы Янсен «Мумитролль и остров с маяком». Это такая... Я первый раз читала эту книгу, и она меня очень впечатлила. Вот это вот, знаете, вот этот остров, неработающий маяк и все переживания, которые происходят внутри героев, она меня очень задела. И мне захотелось нарисовать маяк. Я никогда не рисовала маяк, но у меня этот образ, он у меня настолько, знаете, поселился внутри меня, мне прям вот очень захотелось его выразить. И когда мы переезжали в Норвегию, я была потеряна, можно было так сказать. Мне нужна была какая-то опора, какой-то маяк, какой-то свет в конце туннеля, который я не видела, потому что мне было сложно. Когда ты переезжаешь, и ты не знаешь ничего вокруг, тебе надо заново, знаете, учиться делать какие-то простые вещи, как походы в магазины, банки, там какие-то еще офисы, как, и это все как заново, знаете, как ребенок, ну, который учится ходить, буквально даже до такого. И у меня прям была потребность, знаете, нарисовать себе маяк. Вот чтобы он мне светил, я вот, какой бы шторм вокруг меня не был, да, мой кораблик, он плыл. Я использовала технику жидкого акрила, чтобы вот создать море. Море получилось, мне кажется, очень шикарное. Да, оно пенное, да, но оно не прям не такое спокойное, да, но такое, наверное, которое было вокруг меня. И маяк. И мне захотелось добавить ракушки, это настоящие ракушки, которые приехали со мной из Испании. Вот. И добавить их в эту работу. И работа в наличии. Ничего не нашла свой дом. Я ее пока ей любовалась, ее напитывала. И она пригодится, да, именно тем, кому нужен маяк. Кто также, может быть, сейчас, знаете, застрял в каких-то ситуациях, и он не знает, куда ему дальше двигаться, куда дальше плыть. Меня эта работа очень, очень мне помогла. Я нашла свой свет. И знаете, что самое удивительное? Это внутренний свет. То есть эта работа, она поможет вам найти свой внутренний свет и начать им светить вокруг. И тогда понятно, куда дальше плыть.